Сегодня у нас будет распаковка долгожданной посылки из Китая. Здесь у нас то, что я ждал так долго. Вот такой вот чехольчик силиконовый. В упаковке без всяких наворотов, коробок и всего остального. Главное, чтобы он подошел. Ну и момент истины. Проверяем. Идеально сел. И теперь у меня новый чехол. Этот чехол без крепления, но оно мне и не надо. Вот так это выглядит. Все довольно-таки плотно сидит. Единственное, что здесь... А, вот как бы. Еле-еле видно точку. Вот сейчас она погасла. А если мы откроем, то мы увидим, что точка у нас загорелась. Что не может не радовать. Ну, в принципе, чехол хороший. Силиконовый. Большего от него ждать нечего было. Единственное, что может быть еще наклеечку сюда заказать черную, было бы вообще бомба. И есть еще чехлы такие с держателем для карабина, но мне достаточно обычного простого чехла. Вот и все. Кому понравился чехольчик, можете заказать по ссылке в описании. Как он будет со временем вытираться, посмотрим. И если что, запилим отдельное видео. А пока всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, соответственно, заказывайте такую хорошую штуку. Экологически чистый силикон какой-то из Китая. Всем пока!